Мне кажется, он уже вполне может сам себя укачивать. Девочки, пора за дело. Вас не за красивые глазки на работу взяли, хотя именно за них. Но не тебя. Встреча выпускников? Ты с нами? Тогда все в сборе. Привет, парни! Вырвался! Пошалим, выпускники 99-го? Сожжемся вместе! О, да! Прямо как раньше, только в 100 раз круче! За нас! Похоже на школьную вечеринку. С горячими старшеклассницами. Обожаю все книги про сумерки, но новолуние моя самая любимая. И моя тоже. У нас столько общего, с ума сойти. Мальчики, как же я рад вас всех видеть. Шип, Мишень, Стифлер, Оз, Хиза, Кевин, Вики, Финч, папа Джима. Ты счастливчик, Оз. Эй, может, хватит пялиться? Извини, это не в наших силах. Эй, ты чё творишь? Покажите, куда он побежал? Вон туда. Класс! Мы в школе такими же дураками были? Нет, мы вели себя солиднее. Что он делает? Он там что? Я его сразу. Выпить пиво! Пап, целых 3 года прошло. Может, тебе пора уже снова в бой? Накатим? Думаю, не стоит, Стивен, я все же... Пейте, нет, нет, пейте, нет. Пейте, 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 пейте! Джим, а ты в курсе, что крышка прозрачная? Теперь да. А это кто у нас тут? Я мама Стифлера. А я папа Джима. Смотрите в кинотеатрах с 5 апреля.